Wow или Bali? Ну что, друзья, ребята, товарищи, давайте посмотрим на демо-версию игрушки Torchlight 2. Torchlight 2. И сразу же давайте посмотрим на настроечки. Смотрите, эта игрушка автоматом выставила Full HD. И все на свете, тут бумы разные включены, показывать кровь и все такое. Детали высоко, очень высоко, тени. Ну и все такое в этом духе. Менюшка красивая, прикольная. Это мне уже сразу понравилось. Вот. И начнем давайте новую игрушку. Так, здесь мы создаем перса. За бабу я играть не буду. Никогда в жизни, блядь. Так, блядь. А как мне мужика выбрать? А, вот же, блядь, иконочка, блядь. Так, это у нас Эмбермаге. Это у нас Берсеркер. Это инженер. А это Outlander. Motherfucking. Я буду играть за Берсеркера. Фейс. Есть такие вот фейсы, предустановочки. Ну, давайте, скажем, возьмем вот этого бородача прикольного. Это у нас Притчи. А пусть будет вот этот Хайр. Здесь у нас можно выбрать цвет наших мультяшных волосиков. Пусть такие беленькие будут. А здесь рандомайз, motherfucking. Так, назовем своего перса. Тут у нас какая-то собачка бегает, непонятно. Так, и тут можно выбрать себе перса. Пантера, бульдог, котик, чаковай какой-то, блин, папилон, ферет, хавк и вуф, мадафакинг. Давайте выберем котика. Я котиков люблю. Вообще, так по жизни. Вот это цвет наших волос вот такого беленького, седоватого. И имя ему дадим. Ну, Сеня. Был у меня когда-то такой кот, сейчас у меня нету. А когда-то был. Нормал. Мадахакин. Синглплеер, мадафакин. Ну и посмотрим, что же нам покажет супер-пупер игрушка Torchlight 2. Некоторые начали рассказывать, что она круче Diablo 3. Не знаю, так это или нет. Мне это, в принципе, ребята, если честно, и эта игра пофиг, и Diablo 3 пофиг. Потому что я такие жанры не люблю. Так, это мы на какой-то локации дружественной, так сказать, я так понимаю. Здесь нам надо поговорить с каким-то чертом. И согласиться взять квест и пойти дальше. Я думаю. Да пошел ты, мать твою. Камеру можно вот так вот приближать, удалять. Здесь у нас какой-то сундучок с золотом. Котик бегает мой тут, охранник. Первую часть, ребята, друзья, товарищи, я играл буквально 10 минут. Запустил, посмотрел и выключил. Просто я не любитель такого жанра. Вот из-за этого я не играл. А так-то я думаю, и для любителей жанра это действительно будет прикольная игрушка. Тем более вот я смотрю сейчас, действительно такое все симпотное, нарисовано прикольно. Давай, котик, мочи их. Сеня. Мочи их, Сенька. Что-то какие-то враги слишком слабенькие. Валятся буквально с одного удара.
кастетом по ебалу. Что у нас в сундучке? В сундучке у нас разная хрень. И как мне открыть? Ну, как всегда, как. И что у нас есть? Что у нас есть? О боже, о боже. Как же я не люблю RPG-игры из-за вот этих меню разных таблиц, каких-то показаний, значений, диаграмм. Чувствую себя каким-то, не знаю, бухгалтером, который делает квартальный отчет. Ну, это имхо, конечно, ребята. Мы все кликим. Оба! Смотрите. У меня вырос уровень. Я крут. А как там распределять эти навыки? А как же распределять навыки, мать их? Неважно. Давай, Сенька. Мочи их, козлов галимых. Оу, фак. Что ты хочешь, друг мой? Ты сохранил мне жизнь. Запиши мой телефон. Что я должен? А, я могу выбрать какую-то вещь, да? Ну, не знаю. Сейчас я достану энциклопедию, посмотрю, что тут к чему. Давай вот эту вот хрень. Кастет. Кастет, давай мне, сейчас буду всех тут мотать. Оу, дядя Жора. Пошел ты, нигер. Размотал его просто на раз. Я думаю, он реально крутой пацан. Просто размотался на раз. Давайте, обезьяны дикие, прыгайте сюда. Буду раздавать вам люлей. А ну идите сюда, ребятишки, вы чё? Ребят, вы чё, вообще, да? Оу, фак. Там бомба. Так, сильно движемся вперед. Держись рядом. Оу, фак. Иди сюда, обезьяна. Иди сюда, обезьянка. Идите сюда, обезьяны. Золото. Паучок. Так, куда-то мы пришли, в нужное место. Чтобы выполнить наш квест. Ну, конечно, вот эта графика селшединг. Она честная, говоря, на любителя. Так, какой тесак взять? Давайте этот, да. Он вроде
Он вроде более блатной. Как там его взять в ручки? Вот так вот, да? Пришел в какой-то город. Где можно покупать разную хрень, я так понимаю. Ну, типа того. Мне эта графика CellShading, вот и нововышедший Borderlands 2 тоже сделан на этой графике. Так она мне, конечно, не сильно нравится, друзья. Ну, тут она сделана с умом. В принципе, симпотно. Я, короче, уже скоро всю игрушку пройду, это при том, что я... ни хрена не знаю, тут ничего не... не думаю, не повышаю себе уровень, ничего не делаю, просто... занимаюсь мыши-кликингом, и смотрите, куда я уже прошел. Я уже, наверное, скоро игрушку пройду. Не знаю, как-то это... Ну, не будем спорить о вкусах, я же говорю, кому как. Кому-то нравятся шутеры и гоночки, а кому-то РПГ и стратегии, так что каждому свое. Поэтому поводу спорить бесполезно. О вкусах не спорят, как говорится. Oh, yesterday. Пошел ты, нигер. Давай, Сенька, вали скелетиков. Косточки тебя соберем на ужин. Привет, чуваки. В общем, давайте, друзья, наверное, на этом закончим. Не буду тянуть кота за хвост, скажем так. Я думаю, вы уже посмотрели на геймплей и оценили игрушку и по графике, и по геймплею. На этом давайте закончим. Игрушка сделана для любителей жанра RPG. Все, кто заинтересован, играйте, я думаю, вам понравится. Остальным проходить мимо. Все, увидимся, услышимся в следующий раз. Всем пока!